Лихо ты водишь. А что, пан, не любишь шибко язды? Гусей бы пожалел. Та ни стего. Эй, красавчик, не скупись. Всю правду. А чем платки? Не пожалеешь. А? Иди сюда. Вот это. Молодой, красивый, всю правду тебе скажу, что было, что будет. Все расскажу. Да, дай покой, подожди, мой дорогой. Дай вот руку. Кому все расскажу, дай руку, вот. Дай. Дай, красавец, дай. Иди сюда. Отстань. Ну иди сюда, отстань, говорю. Отстань, говорю. Иди сюда. Иди сюда. Посмотри. Смерть. Тоже мне открыл Америку. Смерть – естественный закон природы. Рано или поздно все там будем, солдат. Не робей. Proszę Państwa, płynąć to nie żaden pęta i bekwariat przyjmięta. Ciągle wsią tych butach chodzisz i w smokingu na lansingu żyją. Panna Andzia azem dała, хорошо, dobrze. Kiedy Wadry go ujrzała, zawołała za nim wściekle i rzekła pardon. Нельзя.
Разойдись, я сказал. Разойдись. Я не пью эти сосиски. Шипче. Я хочу. Иди до вагона. Они женщины, господи. Наполняю, поедешь. Это Тадеуш. Наполните, вызывай. Адрес. О, тут же вольное место. Нех пани сяда. Паники. Товарищи бойцы, ко мне! Как он здесь оказался? Товарищ начальник, долго стоять не можем, за нами товарняк вышел. Я же говорил, надо опасаться провокаций. Бегом, отвязываем лейтенанта. Режем веревки сюда в вагон. Понятно? Понятно. Едись в вагон. Товарищ! Назад! Засада! Всем в укрытие! Скорейший мою команду! Занять давай, оборону! Давай. Быстро! Это поляки местные шалят. Что им от нас нужно-то? Они хотят, чтобы мы его переехали. И все это увидели. Ну-ка, пусти, лейтенант. Прям война какая-то. Что я сказал им отгонять? Я сказал не убивать, а отгонять. Подождем, когда машинист даст команду на движение поезда. Почекаем. Подождем еще. Что там случилось? Там, кто-то советского милиционера к рельсам привязал.
Приказ из Москвы пришел выселять местных за 40 километров от границы. Вот они опять взялись за оружие. Вот что, Стоянов, отгоняй поезд назад. Ты что? Через 15 минут по этим рельсам пойдет товарняк. Он же снесет здесь все к чертовой матери. Разрешите мне, товарищ капитан. Творят? А ты кто такой? Лейтенант Буров с 5-й погранзаставы. Возле дамбы, что ли? Так точно. Справишься? Ну, не в таких передряг было. Ладно, лейтенант, действуй. Слушаюсь. По вагонам! По вагонам, сказал! Хочешь до вагону? Быстро, шевелитесь! Шибко, пани! Шевелитесь! Ту есть небеспечный. Да бегом же, ну! Живо! Быстро! Давай! По вагонам! Все по вагонам! Лейтенант! Эй! Слышишь меня? Если слышишь, кивни! Что он задумал? Значит, слушай меня. Я попробую перебить веревки. Ты только не дергайся, иначе я в тебя попаду. Как перебью, сразу перекатывайся на ту сторону насыпи. Поезд тебя перекроет. Все понял? Пусть едут. Меня все равно убьют. Разводи пары! Махну рукой, сразу давай полный ход. Все понял? Понял! Давай! Разводи пары! За что же это мне все? Трогай! Юшопцы! Все, парни, проиграли дело. Не вышло. Ничего не вышло. Бронь. Собирайте оружие. Отходим к селу. Быстро. По домам. Уходим. Быстро. Если милиционер выживет, не миновать нам семьи. Санитары на выход! Носилки несите! Там раненые! Быстрее! Быстрее! А что? Что случилось? Нападение на поезд. Бандгруппа. Внимание на платформе! Поезд прибывает! Все осторожно! Носилки! Сюда! Один ранен, один убит. Сквозное пулевое. Осторожнее. Идите аккуратнее. Осторожнее. Отойдите, не мешайте. Обработал рану. Стерильную повязку наложил. Но большая потеря крови. Осторожней к водите, осторожней. Ну, выздоравливай, лейтенант. Спасибо, товарищ. Посторонние, не мешайте эвакуацию. Очень большая. Давайте, давайте, граждане. Лейтенант! Лейтенант, подожди! Так, проводить до машины и не дальше. Помочь погрузить. Так, осторожнее, осторожнее. Что-то мне лицо твое знакомо. Мы раньше нигде не встречались, а? Озеро Хасан. Или ошибаюсь? Нет, точно. Июль 38-го. Ошиблись, товарищ майор.
Август 39-го, Холкингол. Вы меня тогда после осколочного штопали. Буро! Так точно. А стреляешь ты по-прежнему хорошо. Спасибо, что сел на наш поезд. Угу. Приездом, товарищ лейтенант. О. А я за вами. Здорово, Карпенюк. А я вас тут уже полутора годины дожидаюсь. Ну, задержался чуток. Сядайте. Не обманул цыган. Осторожнее, товарищ. Чего? Он тяжело ранен. Да ничего. Поехали. Приедет, товарищ лейтенант. Да брось, что ты взял? Лячка, ты хотела крёстно? Тогда ступай, я сама дойду. Добрый день, кое. Подвезем. Товарищ лейтенант, сами знаете, штатский запрещено. Да и с поляками у нас отношения напряженные. Да брось ты, никто не знает. Давай. Вас подвезти? Не, я не могу. Только до дамбы. Никто не знает. А? Тормози. Давай, газуй. Не, я бы на такой женился, товарищ лейтенант. Ты на дорогу смотри, жених. Чего? Ничего, на дорогу смотри. Чего, чего. Как вам не страшно одной через весь лес шагать, красавица, а? Не разумеем. Прошу, не понимаю вас, пан офицер. Все, тормози, нельзя и дальше. Тормози, тормози. Проше? Дякую, панам. Благодарю вас. А ну, погодь, Карпенюк. А вы куда? Познакомиться? Пшепрашим, пани. Сегодня в 9. На мельнице. Придешь? Хорошо, я приду. Буду ждать. Тоскни вам за то бомбардир. Я очень скучала по тебе. Я тоже. До собачания. До встречи. Ага. Глянули сегодня. Отказала. Раз, 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 два, три.
Здорово. С прибытием, товарищ лейтенант. Хорошо. Значит, оставь у себя? На хоздворе. Угу. Карпенюк, узнай насчет обеда. Слушаюсь, товарищ лейтенант. Смотрим. Это как? После прыжка что? Вынуть затворы, поднять прицельный план. Раз, раз. И на вот этот захват слева выходи. А то противника на такую дешевку не возьмешь. Понял? Давай, 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 пошел. Молодец. Молодец. Давай, давай. Здравия желаю, товарищ начальник заставы. Здравствуй, лейтенант. Почему опоздал? 2 часа назад на железной дороге произошло столкновение с белополяками. Штаб погранотряда об этом случае уже информирован. Ясно. Я думал, особист тебя не отпустит. Обошлось. Тяжко было. Ответил на вопросы. Следователь попался молоденький, не злой. Узнал моих прошлых заслуг по Холдингулу, смягчился. А тут еще ваша характеристика, Сергей Степанович. Без нее бы все. Спасибо. Много было вопросов. Измена родины, польский шпион. Кто донес, в курсе? Нет. Но, похоже, кто-то из своих заставы. Этого еще не хватало. Кстати, учти, для всех ты ездил в отпуск. Понял. И угораздило тебя с этой полькой связаться. Тебе что, русских девок мало, что ли? Вон у меня дочка какая. Озорная, веселая, хозяйственная. Шьет, готовит вкусно. Золото, а не девка. Сердцу не прикажешь, Сергей Степанович. Она хоть стоит того, чтобы тебе башкой своей рисковать. Ладно, дело твое. Но на будущее, Иван, поосторожней надо. Нынче командармам хребты ломают, а уж лейтенанту шею свернуть. Как справедливо отметил товарищ Сталин, лес рубит, щепки летят. Вот и полетишь, Ваня. Все понял? Понял. Понял, товарищ командир. Что слышно за кордоном, товарищ командир? Перебежчики панику сеют. Война, дескать, голова кругом. Я жену с дочкой хотел отправить подальше от границы. Заупрямились. Главная беда у нас лейтенант. Больше половины личного состава – молодняк, первогодки. А за плечами у нас стратегический объект – дамба. Единственная переправа в этом заболоченном районе. Так что случись, что, лейтенант, стоять надо насмерть. Да, чуть не забыл. На тебя наградной пришел в штаб. Медаль тебе полагается. Получим, наградим по всей форме. Что-то поздновато они опомнились. 2 года уж прошло. Ну, обычное дело, попридержали. Но лучше поздно, чем никогда. Ладно, Иван, отдыхай. Коня не поїч, нехай стигне. Лошадей не поїч, пусть остынут. О деле никому ни слова. У советов везде свои люди. Оружие в хлев несите. Да сверху соломы, землей прикройте. Чтобы не видно было. Не беспокойтесь, пан Войцех. Все сделаем, как положено. Здесь никому нельзя доверять. Соседние деревни тоже скажите, чтобы без глупостей. Только уважайте на себя. Надо переждать. Что ты, Туханка? А ты что, Ганка? А ну, ступай. Не твоя справа. От чужих глаз подальше. Ступай.
Что, Ядю, работы мало. А ты, Ядька, работы мало. Собирай на стол. Нечего здесь топтаться. Делом займись, живо. Мясо, бутылки. Ветчины нарежь. Бутылку на стол поставь. Так, хлопцы. А вы, хлопцы, быстро по хатам. И как поведя вам, сидеть тихо. И сидите тихо, из дворов не показывайтесь. Надо будет, сам позову. Здравствуйте, Вера Николаевна. Здравствуйте. Полотенце можно? С приездом, Вань. Спасибо. Разрешите обратиться, товарищ лейтенант? Разрешаю, шуляк. Я слышал, вы в отпуске были. Как там? На гражданке. Хорошо. Мартыны гудят. Колхозы зимы в закрома. Родина засыпает. Хорошо, все путем. А девки? Я слышал, они все политически грамотные. Так на козе к ним не подъедешь. На гармонь. И политически грамотные хорошо идут. А у нас на гармонь не идут. Разве что полька кому-то через дамбу бегает. Красивая стерва. Только нам с польками нельзя. Правильно говорю, товарищ лейтенант? Нет, он, думаешь, рядовой. Шулять! А? Как так можно по-хамски о девушке говорить? Вот-вот, Рустам. Рано или поздно тебе за эту девушку оглоблей спину выпрямят. Самым стройным джигитом свой аул вернешься. Ты о какой девушке, шуляк? Про дочку. Ночь заставы. Зря, Рустам, ты к ней клеишься. Зятем ночь заставы тебе никогда не стать. Зачем ты говоришь, а? Твое какое дело? А? А может быть... А может быть, она мне самому нравится? А узунуджа дэми! Что? Что? Бойцы! Мы шутим! Мы шутим, товарищ лейтенант! А ну давай, подходи! Давай, давай, пойдем! В центр иди! Иди сюда! Короче, мой щеке! Проиграешь! Лезгинку танцевать будет! А если ты проиграешь? Рахум! Подцепил! Ну давай, давай, вставай, давай! Ящик! Короче, дэми! Давай, парни! Отставить! Разойдись всем! Разойдись, так, все! Отставить, включай! Давай, танцуй лезгинку! Все, я сказал! Это нечестно, я реванш захочу! Все, потом реванш возьмем! Реванш захочу! Остынь, я сказал! Остынь, Рустам! А для меня спляши! И для тебя не буду! Тохта, харарбас! Отставить, шуляк! Есть! Холерный день у меня сегодня. Пшибаш, матка Боска. Прости, Матерь Божия. Поедешь до тетки, до Вильна. Поедешь к тетке в Вильна. А по что? Зачем? Нигде не поеду. Никуда не поеду. Не слушаешь чего, Гуля? Совсем не слушаешь меня. Правда, люди могут? Правда, люди говорят. Что? Же с русским офицером сплотался. Что ты с русским офицером спуталась? Мало то люди гадают. Мало ли что люди говорят. Не выкручивайся. Лешек видел. Тебя с ним Лешек видел. Твой Лешек ничего не видел. Твой Лешек ничего не видел. Врет, как всегда. Слушай, Ганка. Есть лицо.
Если что, вот этой рукой придушу. Только добро, пшеча, жичи учи. Ну, разве я не добра тебе желаю, внученька? Ну, пшепрашам тебе. Прости меня. Пшепрашам. Прости. Więc dlaczego так ze mną postępujesz? Зачем ты поступаешь со мной? Нет никого прочь тебе. У меня кроме тебя никого нет. Они... Пшетиш Магды, мама твою. Они же Магду, маму твою убили. Дядку. Юж запомнил. Разве ты забыла? Дядку, дедушка, я ничего не запомнила. Я ничего не забыла. Але вы сами. А вы сами? Дядку, то вы того милиционера. Зачем милиционера к рельсам привязали? Вы то сделали. Это вы сделали? Сконт веш. Откуда знаешь? Была в том почему я была в том поезде, на рынок ездила. То не. Это не твоя справа. Это не твоего ума дело. А с тем русским, а с этим русским, смотри. Раз, 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 два, три. Раз, правое плечо вперед. Раз, 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 два, три. Раз. Раз! Правое плечо вперед! Раз! Раз, два, три! Раз! Два! Раз, два, три! Раз! Раз! Раз, два, три! На месте! Стой! Нале! Пу! Затворонись! Сыра! Товарищ начальник заставы, веренный вам личный состав погранзаставы «Дамба» на боевой расчет построен. Докладывает лейтенант Буров. Разрешите встать в строй? Разрешаю. Есть! Товарищи бойцы и командиры, обстановка на границе сложная, возможны провокации. Приказываю нарядам проявлять исключительную выдержку. Товарищи пограничники, помните, Красная Армия в случае нападения врага на рубежи нашей Родины нанесет молниеносный контрудар и уничтожит агрессора на его территории. Так ориентирует нас командование и лично товарищ Сталин. В 23:00 приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Вольно! Застава! Вольно! Рота здесь! Лейтенант Буров, ко мне! Thank you.
Анна! Я codziennie przychodziłam na stację i czekałam na ciebie. Powiedz mi prawdę. No, byli kojkie dzieła. Пришлось отлучиться, мила моя. Ты разлюбил меня? Что ты, глупышка ты моя? Кохам я тебя. Кохам. Кохам. Дед Войцех убьет меня, когда я доверю, я встречаться с тобой. Не убьет. Я не дам, не убьет. Ты ничего не веришь, Ваня. Ты его не знаешь. То он того милицианта до шин привязал. Так это он? Ну ничего. Он положил милиционера, а я спас. Не, Ваня. Вам тоже с полками спотыкаться не вольно. Я вем. Тебе могу арештовать. Все будет добре. Добре. Вон, у нас у командира жена и дочка на заставе живут. Оформим наши отношения, и ты тоже будешь жить со мной. И никто нам не запретит. Даже ваш Сталин. Даже дорогой товарищ Сталин. Ты смел у меня, Ваня. Да, я тогда еще не успел тебе подарить. Для меня? Тогда еще в поезде. Хустечка. Яка пекна. Ай, это красиво. Ваня. Уважай, чтобы никто не заметил. Чтобы нас никто не увидел. Ага. Не волнуйся. Осторожно. Все. Мне пора. Мне еще на заставу надо успеть. Сегодня в наряд посылают. Завтра. В это же время я буду ждать тебя здесь. Хорошо. И ничего не бойся. Все будет хорошо, мы будем с тобой счастливы. И дети наши будут с тобой счастливы. Ты будешь любить меня вечно? До самой смерти. А потом? Когда потом? Потом. Когда потом? Хан, я красный командир, нам в загробную жизнь верить не положено. А ты поверь, Ваня. Хорошо, если там что-то есть, я буду любить тебя вечно. Клянусь. Я тоже для тебя могу дать. Что это? Забач. Что? Смотри. Матка Боска. Зауж, Ваня. Надень. Смешно. Яка пенкна. Надень, Ваня. Хана. Надень. Я мам таком самом, видишь? Будет хранить тебя. Меня будет хранить наш любовь.
Жанна! Карпенюк, ты что здесь делаешь? А я вас шукаю. Как ты узнал, что я здесь? Шуляк сказал. Шуляк? Чего? Да ничего. Что случилось? Начальник заставы вызывает срочно. Немцы на всем участке границы колючую проволоку занимают. А ну поехали. А провели меня с порядку, товарищ лейтенант. Ладно, тихо. Могила. Поехали. А что вас на свадьбу готовить? Да что готовят? Шурпа, хачины. Возьмут потом айран, сделают тузлук. Вкусно мама готовит. А шашлык какой? Ты, Карпенюк, не ел никогда такого. А танцы на свадьбе у вас есть? А как же без танцев? Молодые собирают круг, джигит выходит в центр, приглашает девушку, но за руку ее не берет. Обычай у нас такой. Девушка лебедью белой плывет, а он перед ней так пляшет. Земля горит под ногами. Тихо вы! Ты, Жень, какой-то за рекой. Посмотри там. Есть. Проходы для штурмовых групп готовы, господин полковник. Артиллерию на огневой рубеж. Огонь открывать по моему сигналу. Товарищ лейтенант. Возможно, провокация. Приказываю сохранить спокойствие. Есть. Сигнал какие-то. Проверь еще там. Есть, товарищ лейтенант. Лейтенант, кажись, нарушение границы. Спокойно, Карпенюк, спокойно. Граница посередине реки. Подождем. Курчаев, диктория на изготовку. Есть. Fire!
Да сколько же вас? Ну! Рано, рано! Посередине уже! Пускай ближе подплывут! Огонь! Лейтенант. Это не провокация, это война. Огонь! Огонь, Горбенюк, огонь! Не давай им подойти! Давай, Михай, слева обходят! Михай, слева бери! Обходить не давай! Там чистая вода.
тобою, но пока.